Итак, Анна, главный вопрос для разогрева. Как настроение? Отлично, спасибо. Ну, улыбайтесь, вижу, правда, в прекрасном расположении духа находитесь сегодня. Расскажите, какую компанию вы представляете? Мы сегодня хотим познакомить вас с продуктами компании «Миндали». Это паштеты с кешью, полностью натуральный продукт, который мы называем кешью с сыром. Необычно. Я вот еще паштет с кешью и сыром никогда не пробовал. Как пришла идея сделать такой продукт? Потому что мы единственные, кто делает паштет из кешью сыр. Аналогов нету ни в Санкт-Петербурге, ни в России. Идея пришла мне, потому что я искала здоровую альтернативу молочной продукции. И не найдя ее, решила, что кто, если не делать самостоятельно. Я вот смотрю, у вас здесь на баночках с вашей продукцией везде есть специальные такие биопродукт, экопродукт, продукт, который подходит для употребления как-то правильно веганам. Или... Да, у нас полностью натуральный состав, небольшой срок хранения, всего 1 месяц. Мы действительно подходим для употребления в пост и веганами, и людьми, которые следят за питанием, потому что в наших продуктах не больше 300 калорий. Где уже представлены продукты на сегодняшний день? Мы продаемся в Александро-Невской лавре, у нас 2 магазина в Пушкине, магазин на Фрунзенской, и мы очень активно ищем выход на сети. Ну, собственно, это и есть причина вашего присутствия на Петерфуд. Какие задачи ставите перед собой? KPI? Мы хотим выйти в ритейл, мы хотим, чтобы как можно больше представлена наша продукция была на рынке. Наша главная задача — это компас здоровья, вкус, вилла, азбука вкуса. Что? Нормально все. Ну что, мы здесь все для того, чтобы делать бизнес и деньги. Что можно пожелать и сказать всем байерам, которые увидят наше интервью? Обогащайте свой ассортимент, ваш успех в разнообразии. Пусть каждый покупатель найдет что-то свое, каждая группа потребителей уходит с покупками. Ну а мы желаем вам успешного бизнеса. Пусть эти 2 дня пройдут для вас максимально эффективно, и пусть с небольшим количеством калорий у вас будет большое количество преданных пользователей. Спасибо большое, очень приятно.